Всем доброе утро. Сегодня у нас среда. Отправляемся в тур по морю, по Эгейскому морю. Стоимость тура $20. Покупали недалеко от нашего отеля. Есть агентство у Хабиба. У отельного гида стоимость тура была $27. Пришли на яхту, поднялись на второй этаж. Здесь есть лежачки на солнышке и под навесиком. Вот такой вот вид на Мармарис с яхты. Красоты Эгейского побережья. Сейчас сделаем первую остановку, поплаваем. Вижу, что это будет не в открытом море. Причаливаем к острову. Успели уже сделать фотосессию. Остановка 30 минут на Райском острове. Да, сейчас девочки будут прыгать с яхты, а я их буду снимать. Леночка, давай. Следующая остановка у нас пещера желаний. Подплыли очень близко. Вода здесь такого красивого цвета. Вторая остановка у нас в таком красивом месте. Просто райское место здесь. Находится отель, нужно будет загуглить, посмотреть, как он называется. Такие красивые виллы, свой пляж. Стоять будем здесь час. А сейчас все бегут плавать. Плавают мои красоточки. Сейчас пойдем пообедаем и отправляемся дальше. Кормят на яхте макароны, курица, салат и кока-кола. Сделали остановку в поселке Турунч. Нам дали время 1,5 часа погулять по поселку. Можно искупаться на пляже. Мы решили немножечко пройтись. Очень жарко. Честно сказать, ожидания от тура на яхте, которые мы купили на улице за $20, были гораздо больше. Тур, который продает отельный гид, стоит $27, но там посещаешь Эгейские острова, можно было выйти на остров, покормить козочек. То здесь мы только покружили вокруг Мармариса и практически ничего не увидели. Но купание в открытом море, это, конечно, круто. Тоже посреди Турунча такая речушка. Рыбы не видно. Везде кафешечки, магазины. Магазины, кстати, очень по доступным ценам. И вокруг такая красота. Горы. Мы уже вернулись в Мармарис. Прогулка была отличная. Сейчас нас на автобусе отвезут в отель, ну и на бассейн. А здесь люди отдыхают на своей яхте. 4-4. Встретили кабанчиков. Вот они гуляют, ходят. О боже, о боже. Красавчики. Пошел, пошел. Ой. Ой-ой-ой, бежит. Вот, вот, красивый такой, хороший. Ай. Ой-ой-ой, кто такой красивый? Так хотелось нам увидеть кабанчиков, и вот они. Вот они ходят. Ага, убежали в лес, убежали. Вообще супер. Мармарис — это удивительное место. Какой здесь лес красивый.